До наступления календарной весны остаются считанные дни, и в Доме культуры и творчества курортного района открылась самая первая весенняя выставка «Очарование весны». На выставке представлены флористические и живописные работы художницы Тамары Бульхиной. Спасибо организаторам, спасибо исполнителям, спасибо всем, кто поддерживает данную выставку, кто сегодня присутствует на этой выставке. Муниципальный совет желает всем, кто принял участие в данной выставке, дальнейших творческих успехов, да, творческих каких-то мыслей. С огромным удовольствием благодарственное письмо Тамаре Бульхиной хочу вручить. Примите, пожалуйста, на память. Я надеюсь, что хорошее место будет. Ну, естественно, мы не можем не выделить, не поздравить, не вручить Мячиной Фариде Фаридовну. Спасибо. Ну все, выставка открылась. Организатор и куратор выставки Фарида Мячина рассказала. Казалось бы, небольшая выставка, которую мы сделали, но в ней принимало участие 23 человека, больше 20 человек, художниц довольно юных и довольно взрослых. То есть мы охватываем в нашем творчестве все возрастные категории. В нашей выставке принимала участие Тамарочка Бульхина. Она начинающий художник. Но мы все, в принципе, не особо профессионалы, а просто жители нашего любимого Сестрорецка. И поэтому с удовольствием приняли ее работы, которые отвечают духу нашей выставки. В свои ряды ее приняли. Значит, и наше курортное побережье, наша общественная организация, пополнилась еще одним замечательным членом – Тамарочкой Бульхиной. Выставка «Очарование весны» будет радовать посетителей в течение 3 недель. Спешите увидеть картины Тамары Бульхиной и флористические композиции участниц творческого содружества «Курортное побережье».